I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Человек понимает, что это какая-то разводка, что это какая-то проверка на слабо. И говорит, я могу. Я говорю, так каждый скажет. Скажите, как? И человек расписывает мне простой алгоритм. Офис не нужен, потому что люди могут работать дома. Ну что такое пиар-агентство? Это 5-7 человек офисных, и под какой-то проект набирается больше, но работают все в регионе. В офисе клиента. А в Москве офис не нужен. Компьютеры не нужны, у каждого есть ноутбук. Расходы на Wi-Fi, там, интернет не нужны, у каждого дома есть подключение. А нужно встречаться. Мы в кафе сядем, пятером обсудим стратегию, будем двигаться дальше. Все встречи проходят на территории клиента. Деньги не нужны. И мне сделали пиар-агентство. Мастер-класс, на самом деле, очень ждали Годопаса, знаем о его деятельности, интересовались и очень рады, что сегодня, видимо, вживую слышим его. И очень много приобретаем положительных эмоций, знаний, навыков, каких-то вот прям заряд энергии очень отличный. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise.
идти, я готовилась, смотрела много уроков в интернете его, но я не думала, что будет настолько лучше, чем в интернете. На самом деле на него стоит прийти не раз, и я с удовольствием пойду на его следующие тренинги, которые вот он обещает привезти сюда, я надеюсь, вы организуете. Потому что я не только слушаю и запоминаю, на самом деле уже рождаются какие-то идеи, и ты понимаешь, что что-то ты делал неправильно, и что-то нужно делать по-другому. Поэтому, на самом деле, пан или пропал, вот надо сходить на Радислава Гандапаса, все будет отлично. Узнала еще 2 года назад, специально выписывала его книги и мечтала попасть на его тренинг. Поэтому большое спасибо, во-первых, территории решения, что привезли такого отличного тренера, действительно интересную личность, человека, который может тебе и помочь, и направить. И, безусловно, когда ты читаешь, это одно восприятие, это уже очень много полезной и интересной информации, которая позволит тебе развиваться. Но когда ты видишь непосредственно такого человека в контакте с ним, то ты получаешь такой необыкновенный заряд, который поможет тебе обязательно что-то реализовать новое. И вот это, мне кажется, самая такая вот ценность этого тренинга, этой встречи, потому что действительно происходит, во-первых, переосознание, во-вторых, ты получаешь вот этот вот заряд энергии, который можно дальше воплотить уже в реализации своих каких-то целей и мечт, желаний. Теме дня, что хотелось бы сказать, то, что это все преподнесено просто, ярко, эмоционально, рассказано вообще про простые вещи, которые лежат на поверхности нашей жизни, но люди об этом не задумываются, и спасибо Радиславу, то, что, в принципе, доходчиво, четко, еще раз повторюсь, ярко и доступно все это преподнесено. Ну и отдельное спасибо Оксане Фомушкиной за организацию столь прекрасного сегодняшнего действия. Спасибо.